вам звонить, да, по указу правительства 417-го. У нас введен чрезвычайная ситуация в Республике Бурятия? Нет? Нет. А повышена готовность? Нет такого ничего. И еще сказали по мобильным группам тоже вам звонить. А что за мобильные группы у нас ходят по городу? Ну, которые контролируют выполнение указа. А как их проверить, что они не фальшивые, что они не мошенники? У нас такой информации нет. А, то есть любые люди, да, могут прийти и сказать, что они мобильная группа? Ну, скорее всего, у них там есть какое-то удостоверение, что они мобильная группа. Просто так они тоже не могут ходить. А как оно вот... Ну, вот... Роспотребнадзор, позвоните, пожалуйста, у них уточните, они точно скажут, как они... Роспотребнадзор вообще ничего не знает. Вчера звонили, и они сказали, что они никаких указов не давали на закрытие. Ну, это же указ, получается, главы. Так он противоречит Конституции. Указ главы 13 ноября 243. Какой? Указ главы Республики Бурятия 13 ноября номер 243. А ознакомиться с ним где можно? На сайте. Получается, Республики Бурятия, правительство Республики Бурятия. Ага, а подпись там есть? Что вот именно глава-то выложил и... Да, глава, да, настоящий был вступает в силу 16 ноября 2020 года глава Республики Бурятия. Хорошо, ладно, спасибо большое. Пожалуйста.